Слушайте, не прошло и года, как я вышла в эфир, хотела вам показать, как эта стена здесь, в этом месте, она увеличивается и делает, видите, туда проход. А это там, видите, это чипка, которая большая была, это какие-то дикие гуси, я не знаю, что они там разговаривают. Сейчас я вам покажу, видите, посмотрите. Потом она уменьшается, но вот посмотрите, как она здесь увеличивается, закругляется. Я хотела вам просто показать. Но придется нам по парку пройти, показать этих, слышите, галдят они. Надеюсь, они не трогают людей. Вроде пары с девчонкой пришли, я просто хотела вам снять, их очень много там. То есть это то ли лебеди. Ой, там огромное количество их вообще. Летушки, посмотрите, здесь что такое, да? Посмотрите, это вообще что-то наше. Посмотрите, торчит, видите? Розовый гранит торчит, какой-то ботинок, да, посмотрите? Как будто бы ботинок такой, посмотрите, да? Выглядите. Офигеть, да? Посмотрите, маленькая галечка. И это идет явно под низ, скорее всего. Да? И посмотрите, какая прелесть. Смотрите, какая маленькая галечка. Как она сделана. Посмотрите. Офигеть. Посмотрите, там. Да, посмотрите. Как типа фонтана. Вообще, офигеть. Посмотрите, какой камень. Просто офигеть. Да, шикарно. Шишка, блин. Съела ее белочка, видите? Вот поэтому они здесь и водятся, что эти шишки здесь есть. И видите, посмотрите, опять тут. Посмотрите, какие конструкции. Молота они сделали сами. Ну, в смысле наши, я не думаю. Посмотрите. Что-то под низом, понимаете? Глядите, какая прелесть. Да? Да, тут все время мрамор этот розовый. А? Посмотрите. Подыграли как бы здесь, наверное. Ну, типа N. Что такое? N, O. С юг, север. Ребятушки это подыграли, а это вот было уже вот этот. Явно такой гранитный, посмотрите, лежит на боку. Это, видите, подыграли, посмотрите, видите, посмотрите, сделали, видите. Что-то прикрыть и сделали как будто бы буква S тут, буква E. А на самом деле надо было просто что-то прикрыть. Но это вообще, да, еще и кривая такая вообще. Криво лежит, да? Потому что что-то выпирает. Снизу, видите, здесь тоже, посмотрите, внизу, видите, выпирает что-то. Вот. И тут у нас прямо напротив нас стена с хаотичными дырками. Я просто дырки даже не хочу уже трогать. Это уже прошедший день для меня. Хочу снять вам тут опять арки странные, да? Так просто хорошо видно отсюда. Бывает так, что стоишь около стены, ну вот еще, видите, посмотрите, какое украшение, да, в 13 веке, посмотрите, да, опять наши линии, да. Я вам показала, какая это марка, супер работа. Бывает так, стоишь, как бы, и вон опять белочка. Ну все, я уже их наснимала много, поэтому я уже... И как бы не получается хорошо снять, а бывает вот так вот издалека стоишь, видите, посмотрите, какой вид, да, ну какой-то башмак вообще. И можно хорошо снять. Пойду вам покажу кучу там лебедей или чего. Надеюсь, они не... Ну, люди ходят. Что-то там их что-то очень много я вижу. Ну, а тихо, русиковые. Вот видите, провал. Ребята, я так провалилась сейчас. Окажется, смотрите, небольшая ямка. Офигеть. Чуть ногу не подвернула. Так, мне нужно вообще туда идти. Но я все равно сейчас вам сниму это. Вот это вот чудо. Чудо товарищей, которые разговаривают. Это, наверное, все ваши утки и лебеди к нам прилетели, как на перекладное. А потом дальше полетят или здесь останутся. Да?
эти деловые такие. Мафия. Главное. А там беленькие, посмотрите, да? Лебедёшки. Ой, какая прелесть. Посмотрите, посмотрите. Целая стая лебедёшек. Ой, вообще, ляпота. Ляпота. Хорошенькие. Так, мне нужно вот туда. Мне нужно туда. Ну и парк, да? Посмотрите, какой огромный парк, да? А, так, скорее всего, правильно. Я вот, мне надо прямо идти. Боится, тетенька. Смотрите. Видите, какая прелесть, да? Вообще, просто засилие животных. Ну, в общем, их здесь все кормят. Понятно. Вот белочка масенькая. В общем, какой-то я рай попала животных, ветушки. Да. Круто. Я, конечно, от этих вот боюсь, от этих вот. Вот и какие красавцы, да? И уток полно, я говорю, ребятушки, ваши прилетели. Смотрите. Все и голуби тут, и... Смотрите, все вместе, видите? И ничего не ругаются. Всем хватает еды, короче. Я так думаю, что мы все-таки туда. Посмотрите, какая прелесть, посмотрите. Ну, точно какое-то таинственное место, если чипкам тут-то хорошо. Я пошла, ребятушки, они на меня смотрят. Маленькие, да, тут уйти? Здоровенные, да? Ой, какая прелесть, да? Это, наверное, какие-то их детки, что ли, да? Ну, типа покрикивают еще сладенькие. Покрикушкин дом. Посмотрите, да, как дерево, да, кстати. Вместе с камнями. Вот вообще, по идее, мне туда надо идти. Все-таки. Вон, бельчоночек. Потому что туда непонятно, куда я выйду. Вот, смотрите, там еще фонтан. Смотрите. Смотрите, тут. Фонтан бьет. Смотрите, стена какая. Смотрите, смотрите. Сейчас она выйдет. Я сниму, скажу, там фонтанчик. Видите? Давайте посмотрим, что там. Кстати, поднимается. Кстати, посмотрите, это, ну, не наши это сделали явно, ну, фиг знает. Я вам покажу. Что? Смотрите, вау. И мелкая галька, посмотрите, здесь все как склеено, посмотрите. Посмотрите. А? Видите?
как с клеем камень, да? Тут жигалька. Смотрите. Еще и вымощенность. Глядите, вот это. Идет такая большой огромный поток воды. Дальше, смотрите. Опять этот мрамор. Посмотрите, какой это сам Петрини огромный, да, вот эти вот вымощенные, только она огромная, видите? Смотрите, какие огромные мраморные эти. Вот такой фэн-шуй тут, да, строили. Видите, куда вода течет? Натуральный фэн-шуй, ребята. Прямо все по фэн-шую, видите? Вот оттуда, откуда там бьет вода. Прикиньте, от какой-то трубы, да? Смотрите, здесь камень весь потекший. Смотрите, потекший камень. Смотрите. Да. Стена идет, да, видите? Ну, как бы по стене стекает. Очень интересно. Пойду я вниз. Здесь вот эти ступеньки тоже непонятно. Как будто специально, блин. Как это, знаете, какой-то, как будто культ, да? Но получается вообще по фэншую. Посмотрите, как дерево валяется, да? Здесь. Такие круглые волны, но внизу стена, ребятушки. Смотрите, тут меня яманишь, извините. Смотрите. Смотрите. Видите, это что? Это стена, видите? Огромные гранитные волны. Никогда. Ну, там тут раздолье бегать. И смотрите, вот эта дорога, которая идет вот туда, вот на мост, да, которая выходит к стене Костелушка, она вся, видите, вымощена. Смотрите. Давайте посмотрим, что там. Здесь вообще все интересно. Видите, посмотрите. Здесь явно тоже наша стена. Это то, что ограждает вот этот вот фонтан, так называемый. Тут, кстати, заросшая скамейка, да? Да, здесь вообще все интересно. Посмотрите, валуны. Опять расчерченные все эти. Знаете? Эти валуны. И тут тоже, что ли, канал. Блин, ребята, смотрите. Тут тоже канал. Но сейчас он, видите... Смотрите, какой. Волна такая, да? Офигеть, поглядите. Просто расщепление, видите, земли. И посмотрите, какая волна. Это просто. И идет все туда, посмотрите. И вот тут опять мрамор розовый. Опять розовый мрамор. Посмотрите, идет туда. Да, какую сказку там придумали. Кстати, да, тут тоже крышки от чего-то явно, видите, с нашими там обработками. Что придумали тогда, чтобы объяснить присутствие вот этих канальчиков узких, всяких маленьких. А посмотрите, какой рисунок на дереве. Тоже ведь наш стиль. Посмотрите, посмотрите. Поглядите, какой рисунок, да? Офигеть, посмотрите, посмотрите. Нарочно не придумаешь, называется. Поглядите, какая прелесть. Вот это да. Посмотрите, посмотрите. Вот так вот. Так что вы говорите. Искусство великое. Вот на дереве тоже можно что-нибудь придумать, уже увидеть. Вот посмотрите, ребята, это что? Канал. Посмотрите, какие тут. Офигеть, посмотрите.
Это гранитная тоже. Посмотрите. А? Вот это да. Вот это мощь. И здесь все сложено из розового мрамора. Видите? Посмотрите. Посмотрите. Ну, кстати, обработанный гранит. Офигеть. Посмотрите, 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 какая прелесть. Посмотрите. Какая обработанность, посмотрите. Сейчас, сейчас. Подойду поближе, посмотрите. Вот это колодец какой-то. Какой-то канал, да? С одной стороны, видите, обработано мрамором. Видите? Розовым мрамором обработано. И здесь вот стоит. Опять как в Титанике, блин. Офигеть. Посмотрите, какое дерево, да? Огромное. Так, ну что? Круто. Круто вообще. Дальше некуда. Куда идем мы? Идем мы туда, я так понимаю. Вот такой у нас парк огромнейший, и белочки тут просто... Я уже устала снимать, уже сначала белочка, белочка, сейчас уже... Блин. Дернула пауэрбэнк. Блин. Подождите, 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 извиняюсь. Что такое-то? Ну, блин. Ребята, извините. А, еще епи. Короче, вот такой огромный парк. Да, оставили вот так, потому что, ребята, как и в Милане. Я вам говорю, что в Милане просто немереное количество парков вот таких вот. Посмотрите, скворечник для белочки, наверное. Вот. Потому что, как бы, решаю, что лучше не копать. Понимаете, лучше не копать. Вот. И не копают, оставляют, потому что фиг знает, они там найдут. Так, все, я чувствую, что я вообще очень сильно устала. Я надеюсь, больше сейчас ничего не найду, блин. Опять канал, посмотрите, я нашла. Я же вам говорю, что тут попробую копать, все, посмотрите, посмотрите, да. То, что часто мы видим под, тут прям вышло, видите, наверху. Поглядите, да. Вот так вот. Я, кстати, вы видели, как я упала, блин, в ямку? Это вообще просто. Я говорю, что как бы даже не видно их. Посмотрите, вымоченность, а? Там какая-то фигура. Посмотрим фигуру, и все, и все. Я прекращаю, потому что у меня уже... Смотрите, какой парк огромнейший, да? Теперь бы мне из него выйти, блин. Фу. Сейчас вам покажу фигуру тут. Опять белка. Ой, тебе не вдвоем тут. Ой, две белочки. Ой, эти хорошенькие. Играют. Масенькие. Ко мне подходят, посмотрите. Посмотрите. Ну, а я тебя боюсь. Видите, они знают, что люди им дают покушать. Атака белки на меня. Знаете, как коготочки такие, извините меня. Все, я пошла. Ну нафиг. Они хорошенькие, я вас люблю, конечно. Но... Блин. Ну, ребятушки, знаете, вон там маленький, он там уже. Ну. Ну, мы как бы друг друга не поняли. Ну, в смысле, я ее, конечно, обожаю, но просто я боюсь. Ой, не могу.
А вот у них, видите, покушать есть. Ой, они хорошенькие, да, молодцы. Дяденька, вот видите, дяденька покормит, видите, дяденька покормит ее. Вот, масенькие. Вот, не боятся людей. C'è anche piccolo sull'albero. Eccolo. Ah, che bravi. Io non sapevo, io non sono di qui, ho visto già tanti. È bellissimo, mi è arrivata sulla gamba, però io ho paura, cioè mai successo a me questo. No, perché poi sono un pochino... Cioè, Ma lei mi è arrivata sulla gamba? magari era invece piaciuta. Pensava che arriva fino a qui. Però è bellissimo. Ma si vede che non hanno paura. Sì, sì. Io la prima volta vedo, guarda. Prossima volta quando vengo arrivo con nocci. Ciao. А я вижу, они сказали, что они кормят их. Вот посмотрите, что здесь, да? Просто какой-то черт, посмотрите. Типа конь, но это какой-то черт, посмотрите, да? Посмотрите, с телом какого-то дракона, не знаю. Посмотрите. Понимаете? Так что вот, слава богу, видите, на какой, на моей платформе стоит, видите? На моей стене вот этой, на моем куске роста. Знаете, вообще непонятно что. Всего две ноги у этого коня или чего-то там такого. На этой ужасной картинке я, ребятушки, заканчиваю репортаж. Все, выхожу, потому что мне так стыдно, мне так жалко, что бельчонок ко мне вот пришел, да, а я вот так заорала, блин. Ладно, все, ребятушки. Пока я прекращаю свои репортажи. Пока-пока.